Алло, братик, ну ты где? Да я тут, в огороде, в тачке сижу. Как ты тачку в огород загнал? Да легко, заехал и все. А, ну тогда заводи тачку, я уже подхожу, поедем кататься. Ага, давай. Ну чё, братик, где тачка? Вот она, крутая, правда? Вообще-то я думал, у тебя тут машина, только зря пришел. А это чем тебе не машина? Садись, прокачу. О, ну давай. Пристегнитесь, следующая станция – больница. Извини, братик, я с управлением не справился. Ага, еще скажи, педали перепутал. Ну да, и педали перепутал. Я, короче, домой пошел. Надоели дебильные игры. Ну давай поиграем не в дебильные игры. А разве ты знаешь какие-нибудь недебильные игры? Конечно знаю, братик. Пойдем. Я сейчас спрыгну с моста. Не прыгай, братик. Подумай о своих детях. Подумал? У меня же еще нет детей. Сейчас спрыгну. Не надо, не прыгай. Подумай о своем компьютере. Как он будет без тебя? Точно. У меня же компьютер есть. Не буду прыгать. Что-то мне надоела уже эта игра. Во что еще поиграем? Ну, можно за моим батей последить. О, ну давай. Что-то я не понял, кто всю кучу раскидал? Это что? Метеорит из космоса, что ли? А ты чё меня звал вообще? На шашлык. А где шашлык? В магазине. Смотри, что на меня сегодня с неба упало. И что это? Алексеич, ты чё? Это ж метеорит из космоса. По-моему, это какашка сушёная. Сам ты сушёный. Я его продам и буду богатым. Алексей, смотри, еще один упал. Алексеич, мы теперь точно богаты. Я так не думаю. Ну-ка слезайте с крыши. Давайте слезайте. Что-то нам не хочется слезать. Сейчас я их спущу, Алексеич. Вот и поиграли. Ага, сейчас еще и в летчиков придется поиграть. Картошку посадил, эти ее потоптали. А я еще не сажал. Посадить, что ли, пойти? Алексеич, давай. Тебя что, батя заставил работать? Ну да. Ну ты лошара. Сейчас и ты домой пойдешь. Будешь там пахать, как папа Карло. Ха, ты тоже лошара. Подпишись за братиков. За батю комментарий напиши, за Борьку лайк и колокольчик, если ты не пончик. Если ты не пончик, подпишись, если ты не пончик, лайк поставь.